Всем-всем привет! Сделаю маленький обзор интересной антенны, которая попала мне недавно в руки. Вот такое вот изделие, такая вот антенна. Это авиационная антенна не связного диапазона, то есть это не диапазон 118-136, это что-то намного выше. Я не вникал, откуда она, что она выполняет за задачи. Вот это приблизительно где-то близкий к гигагерцовому диапазону участок. Ну, буквально пару слов, что заинтересовало. Интересная конструкция, очень жесткая, качественно сделанная. Вот, может быть, кто-то что-то себе подчеркнет. Кому-то будет интересно, кто-то что-то будет использовать, какие-то идеи, но тем не менее. Итак, пару слов. Сам вибратор, не знаю, из чего сделан, антенна легкая, металлический, вот, достаточно мощное основание, оно точенное, потом фрезерованное. Да, кстати, такая вот маркировка у антенны, может кто-то знает. Разъем применяется старый, старые советские разъемы, вот, поэтому пока подключить ее не к чему. Вот. Ну, в будущем, может быть, просто через антенный анализатор антенна будет прогнана, посмотрится, где она стоит, какой она, в каком она участке работает. Ну, в принципе, можно сделать и предварительные расчеты, допустим, измерив ее физическую величину. Так, попробуем посмотреть, что с этого получится. Так, антенна себе представляет вот такое вот лезвие, мечеподобное, ножеподобное лезвие, достаточно широкое. И плоская. То есть понятно, используется в авиации, большие скоростя, нагрузки, чтобы это все выдерживало. Давайте померяем, так быстренько сделаем небольшие замеры. Так, вот так вот попробуем. Ширина лезвия получается у нас, так, стоять, порядка 21 миллиметра. Так, я не знаю, видно там, нет. Стоп. Наверное, вот так вот, да? Вот оно у нас красивое. И толщина лезвия получается 3,3 с копейкой. 3,33. Так. Длина данного лезвия. Сейчас мы померяем. Раз. Таким образом получается 111. Вот такие вот дела. Красиво сделано, значит, рабочий элемент покрыт какой-то каким-то лаком или краской. Это, скорее всего, краска серая, уверен, радиопрозрачная. Мощный изолятор в основании. Вот. И контактный разъем. Гайка, вернее, основной, образован самим корпусом, но внутри фторопласт и какой-то посеребренный контактик центральный идет, скорее всего, посеребренный, потому что со временем окислился. Вот такие вот дела. Красивое изделие, красиво очень сделано.